впечатление? Положительное. Угу. Очень положительное. Нам понравилась постановка, необычная. Чем понравилась эта постановка? Постановка оригинальности. Да. Трюками. Наверное, вот. Поэтому постановка вообще... Шекспира удивительная. Немногословностью, то есть эмоциями. Угу. А вот зрители говорили некоторые, что ни разу не улыбнулись за спектакль. А у вас какие были эмоции? Различные. И улыбка, и иногда восторг, иногда какое-то собственное понимание глубокое, может быть, иногда какое-то переживание глубокое, какие-то свои собственные истории вспоминаешь. Угу. Ну, серьезный спектакль. Серьезный. Серьезный, но надо ходить на такие спектакли. Собственно, театр не только развлечение, но и какое-то обдумывание каких-то своих идей, мыслей, угу, мировых масштабов. Спасибо. Спасибо вам большое.